Я хочу сказать, что на больнице любые разборки запрещены. Короче, нельзя предъявлять даже врагу своему. Больница такое место, там люди лечатся. И чтобы лечились люди, всегда это место берегли. На больнице запрещены разные разборки. Ну, у нас были там на спецпалате. Там несколько спецплат, крычики. И там были, кто-то выпросит, ему по зубам могли дать. Потому что там бухали и гуляли, ехали туда отдохнуть. Ну а в принципе любые разборки в больнице запрещены. Потому что у людей такого не может быть. И люди, которые соблюдают арестантские законы, понятия, должны знать, что больница не то место, где разбираются, качают. Короче, больница святое место, и любые разборки запрещены. Но у нас, поскольку было две палаты, и ненужных людей, чтобы их не бить, отправляли, говорит, иди в другую палату, и все, таким, как сам, и сиди там спокойно. Вот и все, от них избавлялись. Ну, а так, ну, я не знаю, как, не слышал, что были разборки, все. Ну, а потом знаю, что там делали захваты заложников и разных хуйню, но это все не людское. Такого быть не должно. Вот и все.